Так, локальную запись запустили. Все, все в порядке, все нормально. Хе-хе, привет, Эльзивилл. Сейчас немножечко уменьшим громкость звука, громкость музыки. Вот так вот сделаем. Так, сколько нас человек-то с вами-то в сумме-то? Аж целых 5. Ха-ха, не так уж и плохо на самом-то деле. Такс, ну что, начинаем что ли? Ребятки, чатики мониторятся на СК2 ТВ и на Твиче. В принципе, Empire и Replay. Так, на Replay чатик твичевский. На Empire открыть, не открыть. Ладно, места и так не хватает, мониторчик на ноутбуке маленький. И вот нас с вами приветствует надпись Half-Life 2. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Джимон, когда же мы узнаем, кто так же ты нахер такой? Проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не спал. Сейчас, секундочку. Пройдемся по настроечкам. Я тут выставился на максимум. И, похоже, немножко видюшки не хватает. А детализация текстур высокая, шейдеры высокие поставим, коррекцию цвета выключим, прорисовку теней на минимум, тени нам, в принципе, нафиг не нужны. Отражение в воде пусть будет, сглаживания нет. Фильтрация, трилинейка, так и оставим. Вертикальную синхронизацию выключим. Поле зрения поставим вот так вот. Размитость движения. Так, окей, все, применяем. Ну давай, ну применись. Ну алло. Так, все отличненько. Что ж такое-то все равно лагает, смотрите-ка. Так. Сейчас подключаю все лишнее. В принципе, все лишнее так уже закрыто. Выключим скайп. Выключим все. Уйть. Возможно, мы встретимся позже. А, правда, что ли? О, какой ты бородатый мужик. Нет, все равно немножко подлагивает. Что-то как-то странно на самом-то деле. Давайте попробуем вот так вот сделать. Не, ну так лагать не будет, это однозначно. Блин, ну хотелось, конечно, на фуллскрине поиграть. Обидно. Ну ладно, пусть будет. Вот нас уже 7. Народ все потихонечку приходит. И all этот бесоу. Сейчас, секунду. Халфа потихонечку грузится. Она потихонечку приходит в изначально запланированный вид. Ну, алле! Так, походу придется ее все-таки перезапустить. Блин. Ну ладно, давайте ее перезапустим. Еще выдала ошибку к тому же. О, так у меня что-то еще вот так вот оказывается. Steam Half-A. Эй, привет, плотников. Как сам? Сейчас, секундочку. Steam прикрою. И тут надо бы вам выдать картинку, да? Так. Add Game Half-Life. Half-Life! Half-Life, чуваки! Так, все, начинаем новую игру. Так. Ребятки, кстати, да, всех студентов и школьников с началом
учебной первой неделе. Джимон, я не хочу тебя снова слушать, ну алло. Проснитесь и пойте. Блин, ну ладно. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. Спасибо. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Скажем просто, что все так просто. Фриман, тебе предстоит убить огромное количество мутантов, муравьиных львов. Нужный человек не в том страйдеров. Месте. Это так просто. Может перевернуть мир. Давайте пойдем мир переворачивать. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Какой-то добрый закиска. Тискай меня полностью. Привет, бородатый! Что ты делаешь? Что я делаю? Я хочу пощипать тебя за бороду. Борода, борода. Борода тщеславия. Да-да-да. Ян Бернер Кен Битвелл Дерек Бирум. Мы наконец-то остановились. Ура-ура-ура. Летающие чертовы фотографы, они здесь тоже. Иди сюда. Я поймаю тебя. Я поймаю тебя, ну, иди сюда. Ладно, не хочет. Так. Такого высокого мнения о Сити. Как, ребятки, картинка? Просто, как по мне, документ немножечко подлагивает. Столь заботливо предоставленные наши... Проходи. Проходи. Привет, человек в противогазе. Не догонишь. Лузер. Неизвестные дали. Добро пожаловать в Сити 17. Привет, Аричка Арифука. Или Арифука, как правильно читать-то. Пусти меня! Пусти меня, шайтанская штука! Ну ладно, с этой стороны обойдем. Все равно что-то подлагивает, если честно. Мне это очень дико не нравится. Наверное, из-за того, что я машину не перезагружал, ну, недели, наверное, три. Многоядерность, коррекция цвета, что тут, шейдер? Давайте на низкий поставим. А если так... То есть, как бы, в принципе, это все нормально, но есть какие-то странные выпадения FPS. Я, кстати, заметил, что это из-за X-сплита бывает. Распрыжка! Блин, не работает. А ну-ка, подбери. Достаточно? А ну... Осторожнее. Господи, я тебе об голову бутылку разбил, а ты мне осторожнее. Довольно. Странный человек. Добро пожаловать в Сити 17. Ах, спасибо сами тебе. Сами вы его выбрали или его странный выбрали, бородатый мужик. Это лучший город из оставшихся. Лучший город из оставшихся? Нормально. Всяко бывает. Сейчас, секундочку, я чатик чуть повыше подниму, чтобы увидеть абсолютно все сообщения. Вот так вот. Ребятки, всем большой-большой привет. Всем, кто присутствует. Всем спасибо за присутствие. Присутствие. Чувак, отдай мне дубинку! Алло! Мы так не договаривались! Вот я в тебя сейчас... Так вот. Предупреждение. Ладно, все, понял, отстань. Стоять. Алло. Пройдемте со мной, гражданин. А, спасибо. Парни, я знаю, это ты. Парни. Уходи. Че, почем хоккей с мячом? О. Заходи. Спасибо. Не, я не хочу, там кровь. Сам справлюсь. Господи, нет, пустите меня. Назад. Нет, назад. Ага. Ну вот, ну да, ладно. Я поболтаю с ним наедине. Итак. Помнишь, я должен тебе пиво. Где вот, оно? Где оно? Верни его мне сейчас. Прости, я только что из поезда. Я не умею ездить в поезде без прикрытия. Похмелья поутру. А то я оно здесь? Не нет, не здесь. Избиений. Где? Да, парни, в шкафчике. Я занят важным тестированием. Извини, док, но посмотри, как кто здесь.
Док, улыбаюсь и машу. Гордон Фриман, как неожиданно. Я тоже не ожидал. Как я узнал Барни? Ну, как сказать. Это же Барни. Его можно узнать даже через противогаз. Я думаю. Его харизма прям таки прет. Может, она придумает, как ему сюда добраться? Так, если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Ну, хорошо. Кстати, Гордон, рад тебя видеть. Спасибо. Ладно, Гордон, тебе придется идти самому до лаборатории доктора Клайнера. Монтировку дай. О, черт, вот чего я боялся. Давай сюда, Гордон. Run, Форест, run! Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Ящик, нафиг ящик. Есть лестница. А здесь тоже, похоже, ящик. Не, давайте вернемся, ну нафиг. Там высоко, там ящик внизу какой-то странный. Да ну. Я на такое не подписывался. Откройте двери. Дайте монтировку, а лучше гранатомет. А лучше какой-нибудь, не знаю, лайтсейбер. Ну ладно, видимо, придется все-таки туда. Так, у меня есть кирпич. Все, никому не подходить. А, она еще и в другую сторону открывается. У меня есть кирпич. Я буду защищаться. А, еще и загрузка нормально. Ну вот. Гордон, вот не умеешь ты замки кирпичами сбивать, а? Это печально. Физик-ядерщик, блин. О-о-о. Ну ладно. Open up. Подними эту банку. Да, уже бегу. А теперь? А-а-а! О, открыто достижение дерзость. Ну чё, пройти-то дашь, нет? Проходи. Тихо. Я сказал, положи ее в мусорку. В мусорку? Хочешь участок? Порядок, можешь идти. Упырь, блин. Да чё ты какой? Взял, пропустил, потом ударить решил. Гражданин не признан добровольной общественной службе. Гражданин 9432. Еда! Сдается мне, что это еда или нет. А можно за вами очередь займу? Да? Ну, алло, ну, вот так вот. Я займу за вами очередь, все в порядке. А так он не работает. Но, я жаль. Ачивка! Да, это ачивка! Это же Steam, чуваки! Мы же давно перешли с качания с торрентов на покупку всяких игр. Он требует планирования и обдумывания, вот. Что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Ай, гранату инстинкт бы в тебя кинуть, у тебя истинный враг — инстинкт. Нас, когда мы только становились. Инстинкты заботятся о нас. Че, не пускаешь, да? Не пускаешь. А я так хотел. Пресинкт 06. Аксцесс реквирд. Инстинкт неразрывно связан с необдуманными импульсами. Блин, а куда идти? Теперь мы видим его истинную природу. А, не пускают. Это своей бесполезной. Пристинкт 13. Ни за что. Присанк так-то, по идее. Ну ладно, поржем, погораем. Вот. Он может. Блин, честно, я ни хрена не помню, куда идти. Может, в ту дверь? Инстинкт создает своих тиранов и призывает нас восстать против. Блин, дайте мне уже пистолет. Кстати, мы играем на максимальном уровне сложности, так что. Так что я надеюсь, будет весело. Я вижу здесь. А, все-таки появилось. А, наверное, вот туда, да? 647Е. Блин. Куда идти-то? А! Нещадно вот я, человек-чудак. Потребности человека, потребности размножения. Потребности размножений? Продолжаем.
Чего? Мужик, я интересный. Фу, я интересный. Я интересуюсь. Да. Злые вы все. Такой, знаете, похмельный трехногий паук. Наверх, наверх, наверх. Наверх, наверх и вниз. Да ладно! О, я хотел сломать. Печалька. Сейчас 5 сек, я сделаю scale viewpoint на X-сплите поменьше. Та же петрушка. О, я точно знаю, что с этими качельками можно поиграть. Ну, ну, ну. Е-хе-хе-хей! Уи-и-и! Как в детстве, честное слово. Максимальное ускорение! А теперь попробуйте туда прыгнуть. Сдается мне тут что-то есть. Блин, вот странно так странно, что нет. Ладно, ладно, бежим, бежим дальше. Бежим спасать мир. Спайдермен, чувак, спаси мир. Гордон Фримен, блин. Ах, ребятки, так на самом деле надо машину перезагрузить. Ну ладно. Не, как бы вас картиночка устраивает, тормозов нет и все такое, да? Если все в порядке, то играем, продолжаем. Лифт закрыли странным инопланетным механизмом. Монтировку мне. Против лома нет приема. Ну нафиг. Эй, тихо. На! Анархия! Он на нашей стороне. Фримана держали на Ямайке. Нормально. Все в порядке. Я же говорила, мы следующие. Погляди на них там внизу. Печалька. Мы следующие. I will survive. Ань, блин, я же здесь был. А, тихо! Я больше не могу. Анархия! Но если держали на Ямайке Фримена, то, знаете, нужно, наверное, включить Боба Марли или еще что-нибудь такое. Все будет хорошо. Такой позитивный, жизнерадостный. Не волнуйся. А каким еще быть, ребят? Как бы... Негатив не торт. Радость жизни нужна. Хотя бы какая-то, хотя бы небольшая. А то ты сам пофанись. И вам добра принесу. Слушай, как я тебя... Вот. А, да, надо улечь. О, тихо, тихо, тихо. Мужики, мужики, я свой. Мужики, не бить. Мужики, не бить. Не-не, не бейте, не бейте, не бейте. Я боюсь боли. Быстрее, спасибо, спасибо. Блин. У меня чатики закрылись. Так, ребятки, не забываем записываться в группу ВКонтакте. Там все ссылочки внизу есть. А в конце концов, если кто-то хочет приобрести халфу, тоже порубиться, погонять, ссылочка тоже есть внизу. Энное количество средств перейдет в пользу стрима, в честь, ну, на которой мы... Меня стреляют! Господи! Нет! Не бей! Я хороший! Я добрый! Я всего лишь хочу уничтожить ваш строй правления! Ничего больше! Патрол, бензин. Голуби! А господи Иисусе! Мужик, 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 присобачь себе прицел. Ура! Открытое достижение, мятеж! Есть же ж! А, ну да, ну тут-то меня и заластали, да? Мужики! Нет! Нет! Вот он! Ха, нет! Пожалуйста, включи Боба Марли на стриме. Ребят, знаете, вообще, по идее, вот эта запись, она будет на Ютабе, а на Ютабе запрещены различного рода музыкальные произведения.
не написанные самим лично. Альянс может и трудно раскачать, но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Ну, то есть, грубо говоря, надо иметь авторские права. Доктор Кляни рассказал, что вы пойдете этой дорогой. Слушай, радость моя. Он подумал о том, что у вас нет карты. Самка, какая ты самка? Так, вот так и стой. Шикарно. Ну, Алену! Я попросил. Хотя я уверена, что вы меня не помните. Женщина, у тебя какие-то красные волосы. Вас били по голове? Я неразговорчивый. Я неразговорчивый. Короче, представь себе, что вот вообще все, что я сейчас говорю, это происходит в голове у Гордона. То есть, он же всегда молчит, а я тут так бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И, собственно, вот оно. Сюда. Спасибо, тетенька моя. Я буду ползти за тобой. Я буду преследовать тебя на карачках. Самочка. Расскажи сюжет. Сюжет будет и так понятен. А, в плане с первой части. Ну, как сказать? Гордон Фриман, физик, ядерщик, закончивший MIT, Массачусетский технологический университет. Познакомился с доктором Кляйнером, который впоследствии предложил... Как мы умеем? Мы помогали людям сбежать из города. Который предложил ему поработать впоследствии в Black Mesa. Так что ты поворачиваешься, блин? Кажется, мы наконец-то нашли... В Black Mesa. Разум Фримана. Слушайте, действительно, давайте назовем стрим «Разум Фримана». Давай я куплю тебе выпить. Выпить мне купишь? Чай, кофе, потанцую. И да, кстати... Это не то, на что я рассчитывал! Алло! Я не этого хотел! Я не хотел, чтобы оно открылось. Роба немного, сейчас все будет. Сейчас исправим Роба. Ты дынц, ты дынц. Так, я надеюсь, привет, теперь получше. О-о, все в порядке. Роба, Роба, Роба. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. О, лысый очкастый чувак, привет. Ламара снова сбежала из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки. Боже, Гордон Фриман. О, да ладно. Вы, верно? Да блин, да глазам своим не верю. Где попало? Вечно с ним одни неприятности. Мы обязаны доктору Фримену, несмотря на порождаемые им неприятности. Я порождаю неприятности? Блин, мужик, я мир спасаю. Раза два, наверное, уже точно спас. Ты как раз вовремя. Алекс как раз установила последнюю часть возрожденного телепорта. Возрожденный телепорт. Глупости. Твой талант превосходит твою красоту. Посмотрим, как эта штука работает. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Ну что, он здесь? Классно. Вот ты где. Барни! Ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это да ладно? Чё вы? Он пойдет со мной. Вот именно. Перенесение это кактуса! Торжественно откроем телепорт двойной передачи. Торжественно откроем телепорт двойной передачи? Потому что у меня до сих пор кошмары про ту кошку. Давайте мы напихаем туда коробку. Не зачем так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Завози. Док, раз уж он идет не по улице, можно его и переодеть. Что? О боже, ты прав. Не надо меня переодевать, мне нравится ходить так. Я предоставлю это тебе. Мне надо. Блин, мужик, на смену. Ну, да я ладно. Чуть не сломал твой телепорт. Точно помню, они здесь разлетаться так клевенько должны. А вот и... А, господи! Черт, убери ее с меня! Хэдкраб! Умри! Монтарь! Монтировка у меня, я закидаю тебе VHS-кой! Не бойся, Гордон, ей удалили жало. Да ладно, да ну нафиг, инопланетная штука прыгает тут, блин, по всем налево и направо. Не бойся, Гордон, ей удалили жало. Да хоть вы и не знаю. Убери с меня эту дрянь! Все удалите! Что страшно? Прыгать! Нет, не туда! Нет, нет, осторожно, Ламар! Они очень Ламар. Хрупкие! Крабы! Чтобы ее крабы, они... Оттуда, уйдет еще неделя. Не понял? Если я запускал его, что ли? Офигеть! Барни, ты не любишь животных? Не, знаете, блин, если бы у меня жила такая штука дома, я бы тоже не любил животных. Ну, Гордон, давай, надень свой костюм. Так Гордон, попытаемся его сломать. Больше, опасность для всех. Хе-хей! Нормально. Привет, Ксена, где Геннадий? В школе? Привет, Делириум. Я не знаю, где Геннадий. Наверное, в школе, наверное, нет. Давай, Гордон, нет времени фигней заниматься. Натягивай костюм.
Натягивай, говоришь? У меня такие большие руки. Ну, Гордон, костюм по-прежнему сидит на тебе, как влитой. Запусти Боба Марли сам в итоге позитива стрима Over 9000. Я кое-что в нем изменил. Тут туда побольше их на ТПшнику. Давайте накидаем туда книг. Ну, это папки, по идее. Нафиг! Костюма модели 5 изменил для повышения комфорта. Почему он запустился? И не заработал. На это нет времени. Книги. Книга. На стене есть зарядник. Где еще? Можно заряжать от источников Альянса, которых полно в местах патрулирования. И еще одну. И еще одну хочу. Папку мне с документами срочно. А вот тут и строй здесь телепортейшн девайс. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот эть! Не влезает! Да блин, складывал. Великолепно! Не, я все-таки раздолбаю, тут всякая ачивка должна быть за это дело. Эть! Ложись! Да ложись, блин! Ты-дынц! Сколько там? 4 хватит? Или 5 положить? Ты-дынц! И последнее! Задуплить! Контрольный выстрел! Куда-нибудь! О, не быть мне строителем. Ювелирно? Эть! Давай! Хе-хе-хей! Да ладно! Какая кошка! Действительно есть ачивка, ребят. Надел латексный костюмчик, можно кадрить девочку. Нет, хэдкавиков мы кадрить не будем, нафиг это надо. А вот с тобой я пообщался. Барни, тут синий экран смерти. Барни, спаси систему. Барни, она же меня убьет, парни. А встань рядом с той панелью и жди моей команды. Какой панелью? А с этой панелью, окей. Да, Элай, ну тут небольшая задержка. Не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Морган Фриман. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый. И мы отправим его. Морган Фриман, господи, Морган Фриман! Можно я возьму у вас автограф? Ну пожалуйста, пожалуйста. У нас все готово. Ну так вперед. Не нравишься ты мне. Поток без массового поля самоограничивается. И я установил ЦИ базу и алгесфера численную. ЦИ база, что Гёслера? Просто не могли быть лучше. Тогда ты то же самое говорил. Эй, да, кстати, насчет кошки. Пуск. 3, 2, 1. Ну что опять? Электричество кончилось! Штепсель! Господи, ты прав. А насколько... Блин, это максимально... О, это максимальная длина волны. Это там, Гордон! Да спасибо, Алекс! Гордон, отключите. Нет, уже не первое прохождение. Первое прохождение было году, по-моему, в 2005, наверное. Когда она вышла. То есть с тех пор я не играл. Остались такие смутные воспоминания. Но не более. Отключай, Гордон. Привет, Туркишмо. Hello, Russia. Hello, Gordon. Hi, dude. Sup. Ну, чё там? Рубильник, доктор Фриман. А, рубильник, доктор Фриман. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем сейчас. Я не могу! Goodbye, my love, goodbye! Ладно. Пиу! Ушла! До свидания, мой плюшевый мишка! Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, док! Слава богу, как гора с плеч. Шкардос. Отличная работа, Изи. Да, конечно. Ну, со мной тут всяко будут проблемы. Фримен очень способный ассистент.
Потому что у Фримена вечно что-то идет не так. Знаете, мне напоминает почему-то Данте из того самого, из Devil May Cry. Я смотрю, из третьего в плане. Закончил. Захотел включить музыку, пришлось разбить музыкальный автомат, чтобы запустить. Гордон, как только ты готов, мы отправимся. Я готов. Спанч Боба сейчас не хватает. Прекрасно. Пуск. Офигенно. 2, 1. Пустите меня! Удачи тебе, Гордон. Да, действительно. Мы кошка, какая кошка? Тебя, что ты говоришь про счастливого кошку? Пути. Сдается, мне они пытались переправить кошку, но переправили только финал. Часть кошки. Что за черт? Что это? Ах ты маленькая отвратительная штука! Ламар, плохой! Зараза! Мордопрыг, готовься. Ач! Жить! Что все это значит? Здрасте! Давно не виделись. Как ваши дела? На запчасти, блин! Да здесь я, здесь! Отключите эту шайтан-машину уже! Это был... Это был я! Гигантская рыба-убийца! Он не проскочил. Ну, тогда где же он? Сзади. Выключай, выключай! Гордон, ты должен уйти отсюда! Да, вы кто такой? Я вас не звал. Точно, точно. Я приду за тобой. Так. Ну тебя нафиг. I'm gonna moves like Jagger. Open, open, open up! Так, сдается мне монтарь, где монтарь? Монтировку мне! А лучше пистолет. О! Цитадели, полная боевая готовность! Чувак, монтарь! Убирай GC-17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам. Они ведут в лабораторию Илая. Это опасный путь, но там много беженцев. Да хрен с ними! Тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно смотреть за Кляйнером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мези. Этой монтировке лет 30, удачи тебе, наверное, уже. Она там нужна. Хе-хе-хей! Теперь я могу ломать! Теперь я могу крушить! Хе-хе-хей! Устрой, дестрой, порядок, это, отстой! Секундная загрузка, ну тут как бы при переходе с уровня на уровень существует такая штука, как загрузка. А, то есть тут не цельный мир, он, грубо говоря, шардами так... Я слеп! Иди сюда! Плохой! Это будет наш талисман. Тебе меня не попасть, у меня есть щит. Если я тебя отбил, слушайте, а? Тихо! Куда идти-то? Тихо, фу! Не бей, не стреляй, плохой хомяк. 97 хп. Куда? Туда. Бежать. Меня собьет поезд. Поезд меня собьет. Или не собьет. О, да, на такой скорости он бы точно сбил бы. Подольше секунды обычно идет. Ну, дело в том, что, как бы, железо хорошее. Вот поэтому она и быстро проходит. Куда? Куда мне идти? Опустите меня! I want to leave this place! I have a... Как эта штука? Как монтировка называется по-английски? Кто помнит? Да хватит меня стрелять, блин, алло! Куда? Иди нафиг, слепишь еще? Ребят! Ребят, спасите! Ребята, куда мне идти, блин?
Что за фигня? Ну вот упал я вот оттуда вот, да, и so what? Whatever. Ну вот, ну офигеть теперь, я заблудился в двух соснах. Не в трех именно, а в двух. Кроубар, спасибо. Да ну фигня, блин. А идти всяко нужно куда-нибудь вот в ту сторону, да? А, ну, в общем-то, вполне все было логично, в общем-то, да. Тебе меня не ослепить! Назойливый фотограф, папарацци не везде. 64 хп, это фигово. Фонарик, фонарик! Приблизить. Какие-то риски даже есть. Прикольно, секундочку. Надо было откашляться. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да уж лучше бы секундная загрузка. Ну, секунд 10 вообще. Помоги мне! Помогу! Умри! Умри, страшный человек! Ты в меня стрелять будешь? Кто давал тебе право? Ты ничего тут не можешь поделать. А как прицеливаться или прицеливаться нельзя? О! Ну вот. Быстрее! Нельзя так просто. Стрим гуф? Что? Блин, ребят, у меня опять выпал инет. Надо нафиг менять провайдера. Фигня какая-то. Не, да, я вижу, что как бы frames encoded заново пошли. Сейчас проверим состояние инета. Сори за такие ужасные-ужасные штуки. Расставим приоритеты, первым убить с палкой, а не с пистолетом. Так да, понимаете, как бы палкой можно убить меня с двух ударов, а пистолетом придется колупать, крошить, месить, немножко даже обнять. Фонарь! Фонарик engage! Ибо нефиг! Получай, 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 получай. Рэгдолл, рэгдолл. Ну, я хочу схватить тебя за ногу. Как его тащить, блин? А, нельзя. А так хотелось потаскать. Можно ли чуть-чуть гамму поднять в настройках? Да, без проблем, ребятки. Тыц, 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 тыц. А где это сделать? Поле зрения... Ребят, я не знаю, где увеличить яркость. Настройки, походу, нельзя. Не, ну как бы в светлых помещениях все будет нормально. Я буду взрывать вас полностью! Гражданской обороны. Так, нет. Поезд! Поезд! Я хочу запрыгнуть на поезд! Я хочу, чтобы он взорвал бочку! А, он не взорвал бочку. Нативный поезд, и я умер! Нет, не умер. Офигеть. Вот тебе, блин, и физическая модель. Роба-роба, сейчас все будет. Больше не должно быть роба. Роба не роба? Больше не роба. Чё там про полицию? Отряда гражданской обороны. Наконец-то звук нормально. Окей. Уйди! Уйди!
Плохой, 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 плохой. Тыц, тыц. Так, тихо, не понял. Получил по щам, умничка моя. Кто посмел? Кто посмел поднять руку на Гордона Фримана? You will die. Die, I said. Как ты мог убить его? Простите меня, я не хотел. Так, что дальше, куда дальше? Кто? Кто? Откуда? Где? Вижу. Ох, нифига! Тихо, тихо! Почти ведь умер, слушайте, а там где-то аптечка была, помню. Да, нормально. Нет мне прощения. Это ужасно. Я убил не человека. Нет мне прощения. Я защищал свою жизнь. Да, блинский! Откуда вы беретесь? Будешь знать, как стрелять в Гордона Фримана. Да, кстати, не забывайте, что то, что я сейчас вещаю, это мысли Гордона во время, как бы, вот, похождения его. И ничего больше. Так как он молчит, мы будем говорить за него. О, аптеченька. Он меня фотографировал, а я... Противный я хомяк. Хомячина упырина. А, тихо, 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 тихо. Хе-хей. I'm firing with my laser. Нет! Она катится. Блин, почти. Ты хотел свалить на меня бочку со взрывчаткой. Давайте сделаем нашего Гордона небольшим таким эгоцентристом. Я Гордон Фриман. Я буду убивать тебя монтировкой. Так, последняя обойма. Это вообще-то печально. Ей, еще две обоймы. Лайфа. Прикольно. Так, тихо! Не стрелять. Я добрый и хороший, я никому зла не жду. Да нифига вы сзади подкрались! Тебе в меня не попасть! Я бой на ведь, а? Ребят, 20 человек на стриме, ну это несерьезно. Зовите своих друзей, знакомых, родных, любимых. Так. Да нифига вы живучи! То, блин, с трех патронов падаете, то целую обойму выдерживаете. Страшные люди. Heal me, healing machine. Я машина, мое тело, твое тело, как резина. Когда смотрел Укурина, кто-то поймет. Задуплить монтировкой. Районное отделение. Полиция, полиция, на меня нападают странные люди в противогазах, спасите. Ну да, блин, вообще как бы по сюжету надо было вниз, наверное, пойти. Ну падай! Меня не видно. Если я никого не вижу, то и меня никто не видит. Че, по матише задали? По матише ничего не задали, чисто в принципе, потому что у меня матиши нет. Я, как бы, лингвист, языковед, специалист по межкультурной коммуникации, пятый курс.
Вышка у нас была, по-моему, в курсе на первом только. Вот, такие вот дела. Ребят, есть у кого работа, нет, связана с переводом? I'll solve all your problems with it. Вартигонты, вартигонты. Как удобно иметь при себе такого вот... Ты не первый, кто был здесь. Чувачмана. Эй, прекрати! Чё прекрати? Это он меня толкает. На нашей станции настал. Паги, блин. Главная станция совсем рядом. По литературе, блин. У них припасы для тех, кто хотят выбраться из города. Полагаю, сирены по тебе. Позволь ему помочь тебе. Бездействие преступно. Заряжай! Зарези меня пол... Чувак, у тебя покрашенные ногти. Нам нужно пройти незамеченными. Понимаю тебя, вся железная дорога будет пройдена. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Мы служим одной цели. Пустите меня! Я хочу выбраться отсюда. О противоправном поведении немедленно. Вот так-то получше будет. Тыц, тыц. Тыц. Внимание. Хэдкрабы, я знаю, вы здесь будете. Секретарша. Да, из меня секретарша, наверное, хорошая получится. Такой большой, грузный мужик с мамончиком. Алло, Дмитрий Петрович. Знаете, к вам сегодня приходил Дмитрий Васильевич. Хотел купить у вас немного акций Газпрома. Я спасу тебя, птица! Граждане, введем код действия в три беспорядка. Код обезвредить. Барнакла не хаткрабы. Усмирить. Окей. Подавить. Барнакл, барнакл. Звучит как фамилия чья-то. Помоги! Простите. Помоги! Простите. Ладно, не будем тратить на тебя патроны, троны, троны, патроны, патроны. Все-таки придется. Хе-хей! Да алло! Живучий! Попался! Попался! Не в самое лучшее время ты пришел. Откуда в нашей деревне акции Газпрома? Одна да есть! И много! Одна! Хе-хе-хей! Я завладел пулеметом! Вертолет, я слышу его! Я знаю, он здесь будет! Сейчас будет фейерверк, ребят! Эть, не дотягиваюсь! Добанные папарацци! Да долбанные папарацци! Ох, как вас спиливает-то знатно-то, а? Они еще и на таран, оказывается, идут. Какие классные штуки. Че, все, все, все? Не-н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 е. Вот ракетой точно не хочу. Барнаклы, барнаклы. Блин, бочку-то с собой не захватил. А, черт повери. Надо было бочку с собой взять. Ничего меня жизнь не учит. Эй, привет, Russian Edition. Ребят, всем привет. Я знаю, вас уже много. Всем рад, всех приветствую, всех люблю. Глупый! Позвоночник. Let me in! Сюда! Сюда? Куда? Иди вперед, друг. Ну офигеть! Разрушена, но впереди другие. Спасибо за вредный совет. Внимание, ответили 647 Е. Блять! Не попадаю. Так, господа, ну вас нафиг. Кто там такой смелый? Монтарь!
Патроны, патроны. Монтарь! Продолжаю поиск. Поиск ты... Ну охренеть теперь! Только не взрывайся! Только не взрывайся! Нормально, нормально, нормально. Жить будем, жить будем. Жить! Кылкпы, он беспалевный. И тратить на него патроны. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. 140 патронов для пистолета. Я могу убить всю вашу армию. Шикардос вообще. Кто посмел? Кто посмел? Отрядом поддержки, код 3, двигаюсь к машине. Код 3, бомбежка, чего? Да ну нафиг. К машине ты двигаешься? А больше тебе ничего не дать? Ща чихну? Ща чихну? Блин, нет, не чихну. Обидно. Гражданин, теперь вы угроза обществу пятого уровня. Так, чё, куда? Угроза обществу пятого уровня. Уклонение. Великолепно, я угроза обществу пятого уровня. Тихо! Почему так скользко? Вот знаете, вот сейчас вот просто... Самкой буду, если... Да! Да-да-да-да! Боулинг с барнаклами! Ачивка! Я так и знал! Левел ап! Офигеть, вас там развелось! Так, мужики! Не согласна я! Да, блин, да ну! Бочку мне! Хавай. Кушай, кушай. А, не, лопай, лопай, ровней мордочку с попой. Пятого уровня, ну. Чё там за картиночку дали? Юзерапи. Дайте мне батарею русских десантников, и я завоюю весь мир. Мне нужен пистолет 24 часа. Нормально. Окружить, задержать, лососнуть тунца, проиграть войну. Хе-хей! А, глупые нечеловеки! Взрыв! Эй, как ты классно полетел! I will shoot you from underwater. Это ни хрена себе меня тут ко дну-то прибило. Надо научиться будет как-нибудь гравиджампы делать. Давно хотел. Вам меня не достать и не догнать меня тоже. Лузер! Где-то. Пью, 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 пью. Сумасшедшая точность, блин. Фриман, ты ни хрена не физик-ядерщик. Если умеешь так стрелять. Так, ребятки, буквально минутный перерыв. Не разбегаемся, сейчас вернусь.
I'm back. Снова с вами, снова здесь. Так и да. Качелька! Ну качелька, ну! Глупая качелька. Я положу на тебя кирпич. Туньк. Не то. Туньк. Мало. Я наположу на тебя еще один кирпич. Туньк. Хе-хей. Три кирпича спасут. Нет, не спасут. Нет. Четвертый кирпич. Это знаете, как в улице Сезам, или где там, в Маппет Шоу был персонаж-вампир такой? Хо-хо-хо, один кирпич, ня-хо-хо-хо, два кирпича. Блин, твою налево-то, а? Верни меня на родину. Все, 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 прыгать! Не допрыгнул. Обидно. Сезам. Отлично. Да иди же! Что ж я за краб-то такой? Да! The last one! Все. Я построил маленькую энтропию. Так, не понял. Гордон, ты прыгать разучился, что ли? Уи! Все равно не допрыгивай. Что за фигня? Ну что за фигня? Ну алло! Назад! Вот так. Тихо! Кирпичи не падать! Да я прыгаю, прыгаю! А он не прыгает! То есть я прыгаю, а он не допрыгивает. Yeah! At last! Finally! А-а-а, папарацци! Умри! Умри, папарацци! А-а-а, суицид стайл! Господи! Господи, меня стреляют из пулемета! Бежать! Бежать мучиться! Бежать шкериться! Куда бежать-то? А-а-а! Беги, лес, беги! Бежать, 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 бежать! Беги, беги, Гордон! Гордон, я знаю, ты не дурак! Да чтоб тебя, глупая штука! Ей! Загрузка! Нет, не загрузка. Вот сейчас загрузка! Нет, не загрузка. Я на тюрлих. Опа-ча! Аптеченьки! Ну ладно, фиг с ним. Глупо, не беспалил. Я вспомнил, кто ты. И кто же я? Блин, попался я. Глупые барнаклы. Сурово. Нас там уже ждут, пасут. Я видел тебя на стриме с Соулем. Да, я вчера был на стриме с Соулем. Ту-ту-ту-ту-ту. А вот и загрузка. Да-да-да. Да-да-да. Их. Лепота, ребят. Погода только не радует нифига.
Хотя, так полагаю, пневмоускоритель или что это? Бадабим, бадабум! Хе-хей! Бразерс? Что, почему Бразерс? У меня тоже она солнечная, а у нас вот нет. У нас вот нифига не солнечная, у нас все заволокло тучами! Тучи, тучи, тучи! Противные тучи! Тыц, тыц! У нас на хвосте гражданская оборона! Гражданская оборона! Границы, ключ переломлен пополам. Гражданская оборона. Если что-то не то, кого они ищут. У этого неудачника вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО и СИ-17. Правда, что ли? Перестреляю всех, не волнуйтесь. Хеками. Тебе надо уйти до того, как начнут искать. Везет вам, черт. Дождик люблю. Слишком поздно. Фу! Плохая! Плохая штука! Плохая штука! А, манхаки! Манхаки! Подлетает к вам такой сзади неожиданно, и у вас с баритона становится фальцет. То есть был хо, стал хо. А нам пофиг, у нас есть монтировка. Долетал. О, тихо! Шкардос. Ладно, хоть этими щепками не убивает. А то было бы совсем реалистично. Чё с мучениями? Халфа устарел, и ХП сами не восстанавливаются. Да ну нафиг, самовосстановление ХП, это казуальщина. Только хардкор. Да, я сейчас должен прилететь вертолет, я так полагаю. Пошел вниз. Не просто так я скинул это. Я буду нести ее с собой. И взрывать ее буду тоже. 26 хп, 13 хп, господи. Блин, взяли, убили. Дай! Выбежал он тут такой, конечно! Ура, ура, у нас появилось нормальное, адекватное оружие. Теперь мы сможем валить их всех пачками. Так, а здесь что? А здесь куда? А здесь куда? Сюда? Нет, не сюда. Куда здесь? Алло! О, нашел. Я хочу тебя, любовь моя. Нормально. Ребят, помогите мне девушку найти. А ты что так как-то давненько и без отношений изголодался по этому делу? Да, блинский! Ту-ту-ту-ту! Тихо! Блин, 13 хп! Так-то нифига не торт. Аптечку мне оформили. Аптека! Да! Need help после стрима поможешь? Смотря какого рода help need. Задай вопрос, я отвечу тебе. Манхэк! Был! Няшечка! 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 По
патронов вообще понтец остался. Так, понятно. Тут что? Ить! Ить! Хот! На! Ту-ду! Официальный статус подтвержден. Клёво, чё? А куда идти? Узнаешь, противный? Я уже боюсь. Блин, ребята, реально, куда идти-то? Или нет? Барнакл! Это мне сейчас так паром усобачило, да? Шикардос. Кющей! Кющей, радость моя! Ну да загорайся уже! Ой, аптечка! Класс! Жив будешь, не бойся. Нормально. Какая обнадеживающая фраза. Мне помощь. I need a help. О! Аптечка. Да, глупый манхэк. Тебе меня не поймать. Goodbye, my love, goodbye. You always say goodbye. Так, там что-то есть. Жопой чую, конец близко. Там всякая секретка есть. Ну, аля, ну пусти. Плохая труба. Отрихтовать бы тебя полностью. А куда идти-то? Эво, ну чё? Ура! Я жив! Я жив! Я выбрался! Рано радовался, рано радовался. Мне нужна максимальная точность. Да блин, да задолбали они! Ну так чё, помогешь? Так ты мне скажи, чем помочь? Ну хотя бы приблизительно тему разговора. Там уже я точно скажу, да или нет. Они напали! Они заражены риперами! Да блин! Всего лишь моя рука, не? Я жду вас. Как они меня знатно на перезарядке поймали. Да нифига себе! Вот аптечку мне, срочно вот эту вот. Одно попадание, я умер! Нет, я буду жить вечно! Глупые манхэки! Патронов на вас только просадишь. Блин, как вас дохрена! Не нравитесь вы мне! Да фу! Я умру! Я сейчас умру! Нет! Фу! Плохие штуки! Я жив, жив, жив! Ротик и голосок. Офигеть! Какие-то странные предложения, ребят. Я, честно, я как-то аж прям сомневаюсь говорить «да». А теперь мы громко падаем! Давай, блин. Ух, ни хрена себе тут склад взрывчатки! Ну да, конечно же, как же без вас?
Мои! Солин уже в моей власти. Круто, чё? Два хп, два долбанных хп, офигеть. Подкрался незаметно, что ли? Блин, хоть переигрывай. Один раз не... Не, ребятки, спасибо. Я даже один раз не хочу. Я как-то не по этой теме немного. Блин, я не знаю, что делать. Мне в тупую не хватит патронов для всех манхэков. А монтарям от всех них отбиваться, это, блин, это чистый мазохизм, суицид и все такое. Так, что делать? God on... Нет, ребятки. Читерство не для нас. Мы слишком цивильные люди. Мы не приветствуем данный подход к ситуации. Hate you so much! Хоть переигрывай, честное слово. Коды, настало ваше время. Нет, кодов не будет. Сейчас гораздо проще будет просто переиграть. Не попал. Блин, а всего-то навсего? Плохой! Гранату мне! Да... Ух, ни хрена как повезло! Ту-ту-ту! Офигеть! На! Фух! Так! Спокуха! Так! Нормально! Мы пережили нападение бешеных манхэков. Гордон, ты такой Гордон! Гордон, ты такой няка! Ребят, не забываем подписываться, не забываем лайкать, не забываем заходить в группу ВКонтакте, там будут всякие конкурсы с призами. Вот. В принципе, конкурс можно будет начинать числа, наверное, 9-10. Я уже думал, я сейчас умру. Вот. Призами будут игры для Стима. Вот. Не, ну в принципе, пока есть одна. И не более. Потому что никто не берет, не покупает игры, которые продаются. Да. Вот. Ну, то есть, как бы, фишка в чем? Вот внизу может найти различного рода ссылочки. На Borderlands там, например, на Half-Fu. Кстати, тоже можно найти ссылочку. Если вы ее купите по этой ссылочке, то в стрим отвалится небольшой процент. Этот небольшой процент может нам купить что-нибудь, что будет впоследствии призом для розыгрыша. Вот. Такие вот дела. Так, не сюда. Запарился своим помоги. Со стримом помоги, а ты минус поставлю. В смысле со стримом? Господи, я пришел сюда постримить. Ну, не знаю. Боишься публики? Не боишься? Давай скайп свой сейчас.
Сейчас что-нибудь расскажешь. На-на-на-на-найн! Нихт! О май гот! Севастов, Мэнхэк. Обнаружены легкие. Змей 48. Сейчас надо скайп сначала включить. Так. Звонки на телефоны не то. Последние контакты. Ну! Так, змей 48. Сейчас понесется жесть, Руслан. Согласна, говоришь? Руслан. Нормально. Так, ну я кинул реквест, скажем так. Остальное на вас. Горим, бро. Так. Не, ну в общем, в скайпе я реквест закинул. Остальное как бы строго за вами, молодой человек. Плыть до конца! Не видишь? Сейчас еще разочек закину. Так. Как там? Скажи, скайп. Ребят, зачем вам мой скайп? Так. Вот оно. Уже вижу. А, есть же ж. Добавляйся. Так, а здесь куда? Сдается мне, это все не... Плыть! Кислород заканчивается! Жив. Жив, цел, орел! Отправил контактные данные. Так, интересно очень. Почему-то не могу позвонить. Что за хрень? Добавить в избранный, добавить в список, удалить, скрыть разговор, отправить файл, позвонить. О! Нет ответа. Что-то, короче, надо сделать. Алло! Понеслась! Чё там, какая помощь нужна была? Я хочу тебя. Блин, чувак, зато я тебя не хочу. Я... Чувак, я не специализируюсь по данного рода штукам. Я как-то больше по девочкам. Продается скайп-стримера, кому? Продается скайп-стримера, нормально. Блин. Западло! Меня потянуло ко дну! Дно меня призывает к себе! Погромче? Говорят, сделать тебя погромче. Зачем я вам сдался? Зачем он вам сдался, если есть скайп-стримеры? Ать! Наконец-то. Так. Ну, загрузка. Чё как сам? Да пока живой, это хорошо. Вот тоже пока живой. 74 хп. Прелестно. Замечательно. Просто доктор Ливси. Ага. У меня нет патронов! Риперы! Они заражены риперами!
Офигеть. Будем выдавать по букву, кто выдает тому приз. Нормально. Не-не-не-не-не. Приз будет за творческий подход к делу. Вот. Поподробнее? Ну, будет как бы конкурс впоследствии. Что-нибудь по поводу арта и все такое. А, манхэк! А, ну тогда я не буду. Вот. Ну, любого рода творчество, в принципе. То есть арт, можно музыка, можно еще что-нибудь такое. Вот, как бы и вам прикольно, и мне приятно. А, ну здесь уже GG, как бы, у меня патронов нет. Неудачник. Вообще реально неудачник. Да как же ж так-то? Здесь всякая должна быть коробка с патронами. А патронов не отсыпьте на забивку по азязи. Патроны, патроны, патроны. А нету, 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 нету. Мэнхэки! Кто мог сомневаться, что у тебя скайп тут стоит на спине? А, ну как сказать? Люди! Люд честной мог сомневаться. И Мэнхэки, который сзади пытается им подсекснуть, Болинский! Меня просто выкинули. Выкидывай меня, позвонишь после стрима. Выкидывай, позвонишь после стрима? Ну давай, выкину тебя, позвоню после стрима. Такие вот дела. Вырубай скайп, весь стрим портит. Уже. Опять резайте, 4 хп, да? Все клево, все офигенно. Тутс. Вот такой я плохой, нормально. Голубая гиена. Ник-то какой выбрал? Я слеп! Я слеп! Господи! А теперь я могу видеть дождь. Ать! 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 Фу! А, глупая штука! 4 хп, все виноват, как всегда. Да, это ты виноват! Кто бы сомневался-то, а? Барнакл! Барнакл! Кушай! Кушай, солнце мое! И ты кушай! Этот немножко подлечусь, до патронов раздобуду. Так, тут вроде ничего нет. И это нормально. Патрониусы! Почему Ксен с чем связано? Это секретная информация. Следопыт 5 из 45. А, такие вот халфы надо находить, да? Клевенько, клевенько. Вот, просто Ксен. Старый добрый дядя Ксен. Который чуть не сломал себе ногу при падении. Да, Болинский! А кривые мои конечности, не позволяющие мне ровно пройти по этой штуке. Падай! Колись. Не, не буду. У меня антинаркоманский менталитет, я не буду колоться. Нам нужно бежать! Что за хрень? Хэдкрабы! Хэдкрабы! А кто меня стрелял? Что за хрень? А, это кислота! Чё выбирайся-то? Ну, пустишь, не? Гордон Фриман вернулся, он должен дойти до восточной черной мезы. Whatever. Хэдкрабики! Радости мои! Ну где, где вы, где вы? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А-та-та-та-та. А-та-та-та-та. Та-тать! А-тать! Фу! Фу, я сказал! Хе-хе-хей! Ведь почти захавал. Да-да! Хочешь комиссарской крови? Не дождешься.
Возле мужика был сундук. Возле мужика был сундук. Где сундук возле мужика? Мужик, 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 сундук. Где сундук? Где сундук? Убирайся. Выбирайся, выбирайся. Убирайся, сказал бы лучше. Неплохо, неплохо. Я выбрался. Святые щи. Ха-ха, поиграем в боулинг хэдкрабами. В бильярд. Ох, это было круто. Интересно, он превратится или нет? Что помню, с первых халфей они реально превращались. Чувак! Блин, в рот мне ноги. Ох, как тебя прям подбросило-то, а? Круто! Мелкий! Мелкий, ты где? Ту-ту-ту! Монтировкой да по головке! Я слышу тебя, мелкий! Монтировка стайл! Бейсболом бы, ну да. Бразерс. Почему Бразерс, ребят? Не, как бы в курсе фишки, но почему? Хе-хе-хей! Ни хренась! Еще один! Эк тебя расколупасило-то, а? Тах! Та-тах! Тунц! А, все, понял, почему Бразерс. Простите, великодушно, я затупил. На! ДПС over 9000! Хэдкраб! 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 Полинский! Скажи, я буду говорить, что тебе нравится? А, не знаю, говорит тушенка. Тушенка, высший сорт из карлинского мясокомбината за 68 рублей. Нравится, обожаю. Блин, опять-таки, а куда идти? Не, ну все клево, конечно. Здесь я был, и тут я был. И тут-то я все видел, а вот здесь вот я не был. Аптеченька, аптеченька. А святой Ануфрий! Ну вылазь, вылазь, вылазь! Тш-тш. Что, живой что ли еще? Да ну на! Оттопорчился! Курица такая! Курица помада! А, я током убила, ну вот! Тушенка! Эх, надо будет купить тушенки и заточить тушенки. Обожаю тушенку. Сварить макарошкинских. Макарошинских. Нас обстреливают! Вас даже не хэдкрабы убили, а долбаная хрень! Бейсбол! I like to move it, move it! Yeah. This is хэдкраб! Хэдкраб! Третий, третий. Давай еще один, еще один. Ту-ту-ту. Обломился, курица! И ты тоже обломился. Человек, чудак. Я думаю, как поставить плюс. Под стримиком внизу есть голосов 412, и под ним плюс и минус. Ну или там сколько-то там уже, я не знаю. У меня пока 412, то есть... У меня стата начала стрима. Да умри ты уж! Да! Он хочет меня съесть! Глупый! Сдается мне! Да, блин, реально бразер, слушайте. О, Господи Иисусе!
Не аптечек, ни хрена. О, да ладно, у меня есть граната, офигеть. Сейчас у тебя 200 плюсиков? 200 плюсиков? Что? Их должно быть сотни 4, наверное. Так, вы меня там это самое, в заблуждение не вводите, я сейчас схожу да посмотрю. Так, что у нас там происходит? 423 и 2 минуса. Так, итого у нас 12 плюсиков, 2 минуса. Ну ладно. Пусть будет так. 422. Ну-ка, ну-ка. 423. Да, еще у меня есть подствол. О, господи! Я вступил в какую-то... В какую-то вступил я. А, тихо, не бей меня током, штука. Катер! Эй, доктор Фриман! Привет! Я надеялась, что вы появитесь. Как дела? 415, а сейчас посмотрим. 421. Блин, ребят, ну это совсем пипец. Это старый красный амбар. Забирайтесь и заводите его. Ну да, трололо, нормально так. Пулемет хочу! I want the machine gun. Я вот просто прикол ради, а когда же наконец-таки будет уже, блин, 1500-то хотя бы плюсов-то на СК-2-то? Просто стримлю уже около месяца, наверное. А все еще 400 с копейками. Поднимайся, штука! Я у здорово, крутая игра. Приветище, страх Дима... Димончик, господи. Ай, я поджарюсь! Ехать полностью. Ай! Хреново из меня водитель! Поиграю в Дотку или Дотку 2? Нет, как раз таки там будет косарь минусов, потому что играл уже и в Дотку 2, там, как только заходишь, там народ даже стрим не смотрит. Дота 2, минус. Следопыт. Ну, алё, ну. Ну, ладно, не получу я ачивку, ну и хрен с ним. Джимон! Сволочь, ты такая, кто ж ты такой? Да вылазь уже. Может, я дно? Ну да, наверное, может, я дно. Хей! Ты в меня не попадешь! Глупая штука! Вот так вот сразу надо... Радио, какой-то белый шум, странный фон. Станция 12, прием. Привет. Станция 12, как слышно? Да хреново слышь! Нормально, еще и ящиком сверху придавило. Причем тут вообще дно? Ну, не знаю. Ну, как бы, стримишь доту, должен уметь играть в доту, там, комментировать хорошо. Если не умеешь играть в доту... Ай! Предложение? Давай. А что же делать-то? Тунц! Патроны. Ура! Следопыт 5 из 45. Такая интересная техника, она умеет разворачиваться прямо на лету. Нанотехнологии и все такое, да?
Так, вот там вот что-то всякое есть. За дело! Так. Шахтер, шахтеру, друг, товарищ, еда. Ох, ни хрена себе, оказывается, я еще и правильно пришел. Шок. Эть, не поймал. Вот теперь поймал. А иди ты в пень! Читерни, на самом деле у тебя уже 547 плюсиков, просто 61 человек не уснул. О, или портал кооп, карты сообщества. У меня портала нету. Мне дали в свое время скидочку 75% на портал. Вот, я не успел его купить. Так обидно, так обидно. А сейчас просто нету денег. Если как бы народ будет покупать игрушки по ссылочкам, то денежка появится, и можно будет, в принципе, это и портал закупить, и все такое. Вот. Но пока нет. Езжай! Езжай! Так, сейчас 1:30, да? Мне нужно в 3 часа быть совершенно в другом конце города. Что примерно означает, что выходить мне нужно в 2. Ага. Что же делать? Хе-хей! Кармагеддон! Блин, да ладно. Не, я честно хотел их задавить. Глупая, неуправляемая фигня! А теперь мы полетим! Эй! Что, Russian Edition? What's up, dude? Загрузка. Посмотреть на Сайкред первый. В Сайкреде первом, кстати, есть могила, в которой покоится монтировка Гордона Фримена. Это я точно помню. Это единственное, что я помню с Сайкреда. По крайней мере, ассоциация такая. Если хорошо вопросишь, будет у тебя портал? Я прям даже не знаю. Ох, нифига, он там мне струей струячит. Не, на самом деле портал был бы неплохо. Так, а здесь, помнится, мне надо наверх. И там где-то вот, да, вот здесь. Ностальгия не... Ну да, немножко ностальгия. Не, ребят, знаете, как бы ностальгия, она ближе, скорее по Диабло второму, чем по Сакраду. Сакрад я как бы особо не любил никогда. Он мне казался таким кошерным клоном Диабло, хотя он, в принципе, сделан по, скажем так, другим канонам немножко. Вот, но вот это вот впечатление, оно все равно как-то осталось. А, да-да-да-да, сейчас как начнется. А, у меня есть граната! Чуваки! Всем постам внимание! Сейчас вас будут пидорить! Так, я, наверное, сейчас плохую вещь сказал, да? Извините. Танц. Танц, танц, танц. Купон 14 сентября. Неплохо. Сакрад больше по душе. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные, как бе. Я зайду через окно, мне закон не писан. Умри, умри, умри. Не будем же скатываться обратно во тьму чего-то там. Да ну тебя! Если вы увидите этого человека, сообщите. Если увидите этого человека, помогите ему уничтожить мир. Больше Титан Квест нравится. Если Титан Квест, по-моему, не играл даже. Самое-то, что интересно. Чё там по... НАА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 А
hate you, нафиг, so much. Пунь. Ить! Я! Ба! Запилили. Лада приорить. Желтый перчит же. Титан на стрим. А, только на халфу будешь... В смысле ты только на халфу будешь делать? Стрим имеешь в виду, что ли? Нет, о чем речь? Халфу пройдем, пойдем стримить дальше еще что-нибудь. Игр будет много. Главное, чтобы были покупки по ссылочкам. Потом появятся денежки вследствие этого. На эти денежки уже можно будет покупать игры. Borderlands, кстати, второй вскоре будет стрим. Ну, как, через 2 недели буквально. Вот. Когда он там выйдет. Предзаказ уже сделан, ссылка, если что, внизу есть. Вот, по нему тоже будет стрим. Если кто захочет, тоже покупайте, вместе побегаем. Такие вот дела. Она не открывается! А вот это открывается. Ну что, друзья мои хорошие? Хочу к вам борду, я буду молчать. Ну вот, покупай Borderlands, предзаказывай. Кстати, если сейчас сделаете предзаказ, успеете, то получите обновление следующее бесплатно, и там что-то 3 мульки какие-то. 3 какие-то плюшечки. Сдается мне, я что-то там еще не сделал, не открыл, да? Туинь. Да, здесь нужно было на что-то тыкнуть. Вот там вот, наверное. Дверку-то я и пробежал. Ну, не тюлень ли я? Ну, шикарно, чё. Хороший способ открывать двери, ребят, слушайте, а? Определенно нравится. У жены в другом месте. Кстати, в 1С еще дают арену и карту бумажную. Прикольно. Я сделал себе предзаказ, я доволен. Не 600 рублей, там 474, по-моему. Но это уже неплохо. Ну, то есть я вот брал там же, вот где внизу ссылочка есть. Как бы все поддавцы проверили, все нормально. Так, ребятки, 13:35. Давайте-ка мы сохранимся здесь. Сохраняем. Вот, и на сегодня на этом закончим. Ну ладно, еще раз сохраним. В 1С 999, офигеть! Удивил. Так, ребятки, маленький краткий гайд. Вот это вот у нас группа ВКонтакте, в которую желательно бы записаться. А, ну, Borderlands, да что-то, остальные игры здесь. А, анонс про конкурсы я, по-моему, уже говорил. Так, можно тыкнуть вот сюда, перейти в группу ВКонтакте. 38 человек у нас пока что, это очень мало. Вот. Музыка, можно, которая играет на стриме, можно посмотреть здесь. Как бы сам канал стрима. Ссылочка на форум, если есть какие-нибудь замечания или еще что. Вот Twitter. Ну, это если уж кому-то совсем понравилось и очень хочет отблагодарить. Вот. Комменты можно оставлять в комментах. Логично, правда ведь? Вот. Такие вот дела. И да, и вы все клевые. Что там у нас вообще происходит? Как бы вся полезная информация находится под окошечком стрима. Кому интересно, почитайте, посмотрите и все такое. Ладно, ребятки, всем большое спасибо за присутствие. Блюгиена, сейчас мы с тобой созвонимся. Так, ну, собственно, ладно. Всем пока, всем спасибо. Заходим, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.